смотрите «Интер». 8 вечера в Украине. Время рассказать о событиях вторника в подробностях. В студии Алексей Фадеев. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Движение на Крещатике. С какими требованиями на главную улицу страны вышли сотни людей? Процесс торнадо. Почему активисты взяли в кольцо столичный Оболонский суд? Министерские зачистки. Что вынесли грабители из квартиры экс-министра обороны? Итак, хождение по мукам. Вкладчики обанкротившегося банка «Михайловский» заблокировали сегодня движение транспорта в центре Киева. Чего требовали и какой получили ответ? Подробнее Елена Митясова. Вот так, не чужого, своего, посреди Крещатика требуют вкладчики обанкротившегося банка «Михайловский» вернуть им депозиты. У меня украли все, что у меня есть. С утра они стояли у Нацбанка, никто их не услышал, а к обеду заблокировали движение транспорта в центре. Может, хоть так, говорят митингующие, удастся достучаться до чиновников. Это делала верхушка, пусть они отвечают за свои действия. Пожалуйста, выплатите нам денег. Фонд гарантирования вкладов отказал людям в выплатах. Они стали жертвами аферы, утверждают пикетирующие. Давали под видом обычных депозитов. Была программа по приему средств в финансовые компании, которые сейчас не гарантируются фондом гарантирования. А дальше все как в боевике. Вместо разговора с банкирами и чиновниками, встреча с правоохранителями. Отряд полицейский взял людей в плотное кольцо и разогнал. Это псы, которые охраняют эту власть. И вот когда транспорт поехал, а людей оттеснили на обочину, образумить вкладчиков пытается начальник полиции. Криминальная справа открыта. Против банка. 7 липня 2016 года. 190 статья. Шахрайство. Кто фигуранты дела, тайна следствия. Полиция устанавливает потерпевших, просит вкладчиков писать заявление. Но люди в справедливое расследование не верят и колонной направляются на банковую. Елена Митясова, Владлен Ноль, Сергей Ведмедь. Подробности телеканал «Интер». И вот сейчас Елена Митясова сейчас находится на Банковой. Мы можем узнать у нее, что именно в эти минуты происходит у здания администрации. Елена, здравствуйте. И скажите, вышел ли наконец-то кто-нибудь к протестующим? Алексей, добрый вечер. Уже четвертый час вкладчики банка «Михайловский» пикетируют администрацию президента. Сначала это было достаточно громко, с барабанами и лозунгами. Сейчас, как слышите, все поутихло. Требования людей неизменны. Выплатить им депозитные вклады. Люди написали соответствующее письмо, собрали подписи. Правда, от переговоров отказались сами. Говорят, неоднократно приходили на банковую, но результатов это никаких не принесло. Многие уже расходятся, но самые стойкие обещают дежурить до ночи. Студия. Елена, большое спасибо. Это Елена Митясова, она на прямой связи из-под администрации. А мы продолжаем выпуск. Прямо в здании Минэнерго попытался сжечь себя голодающий шахтер Виктор Трифонов. Это произошло во время пресс-конференции. Присутствующие сразу погасили огонь и вызвали скорую. Сейчас Трифонов в реанимации. На своей странице в Фейсбуке глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, у шахтера серьезные ожоги, сильно поражены глаза. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Напомню, уже шестой день несколько горняков госпредприятий «Красноармейск уголь» и «Селидов уголь» объявили голодовку в здании Минэнерго, требуют погасить задолженность по зарплате. Виктор Трифонов ранее направлял обращение премьеру и главе Минэнерго Игорю Насалику. В нем предупреждал, цитирую, «голодающие готовы на крайние меры». Минфин предлагает лишить стипендий почти всех студентов с нового бюджетного года. Об этом говорится в ответе Минобразования на запрос «Украинской правды». В письме объясняют, Минфин собирается оставить выплаты только детям-сиротам, инвалидам из малообеспеченных семей и тем, кто лишен родительской опеки, а также аспирантам и докторантам. Пока, сообщают Минобразование, это только рекомендации, но поддерживать такие инициативы они не намерены.
Суд по делу бойцов роты «Торнадо» снова не состоялся. Заседание перенесли на 16 августа из-за отсутствия одного из адвокатов. Оболонский райсуд столицы опять пикетировали активисты, которые требуют открытого процесса. В плотном кольце здание суда держали нацгвардейцы и сотрудники полиции. Сегодня обошлось без серьезных стычек. Судебное заседание не состоялось по причине того, что один из адвокатов не явился в судебное заседание по уважительной причине. Он прислал нам повестку, что он задействован в другом деле. Напомню, неделю назад у здания Оболонского суда протестующие и правоохранители не раз вступали в потасовки. Активисты забрасывали полицейских и нацгвардейцев фаерами, использовали слезоточивый газ и блокировали выезд автозака с подозреваемыми. Сами же торнадовцы в суде угрожали свидетелям и обливали прокуроров фекалиями. Бывших бойцов милицейской роты обвиняют в создании преступной организации, похищении людей, изнасилованиях, пытках, разбоях, грабежах. В пятницу ГПУ обнародовало видео заседания и объяснило, почему слушания проходят в закрытом режиме. Мол, фигуранты дела не хотят разглашения их личных данных и необходимо обеспечить безопасность свидетелей. Вот как вели себя торнадовцы 2 августа во время допроса пострадавших. Не будет никакого суда. Можете не распинаться и не напрягаться. Я вас в этом заверяю. Зрозумело. И ваши девочки в масках вам не помогут. Я против! Кому ты не участвовали? Против! И тебя против! И того против! И вас я не признаю. Систему. 5-3 это только начало. Будешь гореть, либо плюнь. Турка, ты ж предатель, мразь. О, облатные узнают за золотой дождь, что ты сенсация или утка? Новое видео появилось в деле об убийстве Павла Шеремета. На кадрах якобы лица тех, кто заложил взрывчатку в машину журналиста. Такой новостью поделилась сегодня «Украинская правда» со ссылкой на источники в МВД. По их информации, на видео предполагаемых киллеров можно разглядеть с другого ракурса. Однако в нацполиции сообщили, никаких новых записей у них нет. Не могут сказать и как продвигается следствие. По-прежнему ждут и выводов экспертов ФБР, которые подключили к расследованию. Напомню, Павел Шеремет, один из руководителей «Украинской правды», погиб утром 20 июля в результате подрыва автомобиля. Сегодня Соломенский райсуд Киева вынес решение о задержании народного депутата Александра Онищенко. Об этом сообщили в пресс-службе специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ну а глава ведомства Назар Холодницкий на своей странице в Facebook написал, САП немедленно передаст требования к украинским правоохранительным органам и пограничникам организовать розыск Онищенко в Украине, а также подготовить документы для организации розыска через Интерпол. Нам удалось связаться с защитниками Александра Онищенко, и вот как они прокомментировали сегодняшнее решение суда. Такое судебное решение было вынесено без нашего участия. Что касается возможности его обжаловать, то это судебное решение в, скажем так, уголовно-процессуальном порядке не обжалует, оно не подлежит обжалованию. Вот. Однако существуют другие механизмы обращения в другие суды с тем, чтобы каким-то образом, ну скажем так, обезопасить нашего клиента от таких вот действий стороны обвинения. И стоит напомнить, что на прошлой неделе мы разыскали Александра Онищенко и записали с ним интервью. Тогда он находился в Лондоне. И сегодня правоохранители задержали экс-начальника налоговой милиции времен Януковича Андрея Головача. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко. Экс-чиновника уже взяли под стражу с возможностью внесения залогов 200 миллионов гривен. Задержаны еще 4 налоговика тех времен. Подозревают их в незаконных операциях на сумму более 3 миллиардов гривен. Луценко добавил, ходатайство об их аресте суд рассмотрит завтра. Печерский райсуд арестовал дом одиозного Рената Кузьмина, бывшего зама генерального прокурора времен Януковича. Это следует из судебного решения от 17 июня. В документе в частности сказано, ГПУ расследует дело о незаконном завладении госимуществом. Особняк площадью более 1000 квадратов расположен на территории комплекса Пуща-Водица, который является собственностью госуправления делами. По данным следствия, чиновники и руководство комплекса незаконно дали Кузьмину допро на строительство коттеджа.
Позже чиновник приватизировал особняк и по частям подарил своей родственнице. Подъехать к самому поместью нашей съемочной группе не удалось. Въезд возможен только с разрешения госуправления делами. Ну, а его руководство сейчас в отпуске, так что добро нам дать некому. Однако охрана подтвердила, бывший зам генпрокурора раньше здесь появлялся часто. В течение года, а то даже и больше, его здесь никто не видел. И он здесь в настоящее время, наверное, не проживает. Раньше жил, заезжал, все было нормально, семья ездила, и отец его здесь жил. Охрана ездит, ну, машины закрытые, затонированные, и все, больше никто. Сам Кузьмин находится в розыске уже 2 года. Против него открыто дело о незаконном задержании экс-главы МВД, а ныне генпрокурора Юрия Луценко. Мы направили запрос ГПУ с просьбой прокомментировать арест имущества Кузьмина. Ответа пока ждем. Ограбление экс-министра обороны. Квартиру Александра Кузьмука обчистили домушники. Кража со взломом произошла накануне в центре Киева на улице Тургеневской, где Кузьмук вместе с супругой проживают вот уже 20 лет. Как признался нам бывший глава военного ведомства в телефонном разговоре, воры унесли все, что было нажито. Драгоценности, вещи, деньги. А вот награды Александра Кузьмука их не заинтересовали. Как он сам считает, грабители даже не поняли, кого обворовали. Понимали, то они грабили бы все подряд. Да, у нас есть большой ущерб. Прожили долгую жизнь, и что-то у нас было. Все это унесено. Что касается моих наград, ну, тут есть маленькое удивление. Висел мой парадный китель со всеми наградами. Ни одна награда не пропала. У меня наградные часы, их много. Они были выложены в ряд, внимательно осмотрели, но их не тронули. Знал ли, что делает преступник из Ривны? Средь бела дня вооруженный мужчина ворвался в аптеку прямо в городской больнице. Он стрелял и угрожал сотрудницам травматическим оружием, вынес наркотики и деньги, ранил охранника, но затем совершил совсем уж неожиданный ход, выстрелив себе в голову. Подробнее наши ривненские корреспонденты. Госаптека в здании городской больницы. Только здесь можно купить наркотические средства, транквилизаторы и препараты для анестезии. Продают их исключительно по рецепту. Днем в аптеку зашел вооруженный мужчина и потребовал наркотики. Почав стреляти, були хворі, які купували ліки. Забрав с сейфа, вылучив наркотичные засоби, забрал кошти. Провизоры успели нажать на тревожную кнопку. В погоню за нападавшим бросились охранники. Прибыл и наряд патрульных. Убегая, мужчина отстреливался. Одна из пуль попала в охранника. Метров за 500-600 від місця скоєння злочину. Злочинець поранив одного працівника поліції. Слів патрульних поліцейських і поліцейських ДСО, злочинець, розуміючи, що він затриманий, чинив постріл щодо відносно себе. І охранника, і нападавшого скорая забрала в больницу. На місце происшествия прибыло все обласне начальство, поліції і прокуратури. Розбираються, но провізори, несмотря на міновавшу опасність, ніяк не можуть прийти в себе. Це кричащий випадок, тому що як так медики взагалі захищені. Серед білого дня можуть люди заходити озброєні і насильствувати в тому закладі, де надається допомога людям, в кінці кінців. Поліцейському помощь уже оказали. Ранення не смертельне. А от виживет ли нападавший, поки неізвісно. Його состояние тяжеле, говорять медики. Їм займаються нейрохірурги. Даниил Снисар, Інна Білецька, Николай Василюк. Подробності телеканал Інтер, Рівне. Почти 3000 случаев рейдерства зафиксировано в Украине в 2015 году. Такую информацию обнародовали в Минюсте. Но главное, утверждают в ведомстве, что большинство рейдерских захватов были успешными. В бочку дегтя добавили и ложку меда. В этом году количество подобных преступлений несколько уменьшилось. Если мы возьмем минулый год, в країні було десь приблизно 3 тисячі рейдерських захоплень, і 2700 були абсолютно успішними. Зараз вже статистично кількість рейдерських захоплень зменшилася.
Новости о ТОП. Под постоянными шквальными обстрелами уже привыкли находиться защитники Авдеевской промзоны. Враг подбирается все ближе, поливает огнем из запрещенного оружия. Но украинские десантники готовы дать отпор боевикам вместе с воинами. В горячей точке зоны АТО находится наша съемочная группа. Репортаж из-под обстрелов от Ирины Баглай. Это минометный прилет. 82-й. С таких обстрелов и начинаются бои в Авдеевской промзоне. За стрелковым оружием идет тяжелая артиллерия, бьют боевики из-за укреплений. Их возвели, прикрываясь перемирием. Миксера работали, бетон заливали. И плюс везде по всему фронту у них окопы, как роты понарывали. Ночью у них арта работает. От 150-ки до 8-2 идет. Они сначала разогреваются 8-2, потом пошло. Все выше, выше и выше. Идет арта со стороны, может идти аэропорта Донецкого, отсюда могут там из СПГ. Противник здесь настолько близко, что порой промазывает и бьет по своим же укреплениям. Аэроразведка засняла, во что превратилось одно из ближайших к украинским позициям здание. Среди военных его окрестили общага из-за многочисленности засевших там наемников. Оттуда они шквальным огнем накрывали окопы десантников. Промзона сама маленькая идет. Там, считайте, километр на километр, да. И попасть с артиллерии очень тяжело по этому участку. Поэтому часто перелеты идут. Иногда недолеты сами по себе попадают. Считайте, наша позиция через там 70-100 метров ихняя позиция. Как бы артиллерию скорректировать тяжело. Но десантники уже закаленные таким железным дождем. Вместе с голубыми беретами на передовых позициях и военный капеллан. Задание військового капеллана – это сегодня не дозволить втомитися українському військовослужбовцю, українському воїну любої теми. На території суцільного бетону і металу, але рівень бойового духу, рівень морально-психологічного стану військовослужбовців тут, ну, мені здається, що дозволяє таки заздрити багатьом іншим, навіть у тилу людям. Це дуже високий рівень. Эту ночь капеллан провел вместе с десантниками под обстрелом. Но в разговорах по душам время прошло быстро, все целы. А когда становится тихо, военные больше переживают, что их ждет дома, в мирной Украине. Недопонимание. Чьего? А? Чьего недопонимание? Тех людей, наверное, кто не то, что тут вообще не было. Когда посидишь трошечки, как оно... Бетон, просто тут бетон на тебя летит и свистит неплохо, а потом говорят тебе, кто тебя туда посылал. Времени на размышления мало. 2 часа, пока на позициях боевиков на Ясиноватской развязке работали представители ОБСЕ, прошли. И в промзоне снова свистят разрывные пули. Впереди еще одна бессонная ночь для голубых беретов. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Крым закрыт. Вот уже 3-й сутки попасть на полуостров или выехать оттуда практически невозможно. И на месте событий, на контрольно-пропускном пункте Чаплинка, сейчас находится наш корреспондент Кирилл Ющишин. Ему и слово. Кирилл, здравствуйте. Какова ситуация сейчас? Алексей, коллапс на границе Крыма вот уже 3-й день. На всех пунктах пропуска и на Керченской переправе все так же тщательно досматривают документы, багаж и транспорт. Очереди растут, а с ним и недовольство людей. Слухи распространяются самые разные. То о диверсантах, то о дезертирах, но официальной информации никакой нет. А желающих попасть в Крым не меньше становится. Пропускной пункт Каланчак до сих пор полностью закрыт. Те, кто 2 дня простоял здесь в очереди, отправились к соседнему КПП в Чаплинке. Там транспорт время от времени пропускают. В очереди около 100 машин. Очень медленно двигается очередь. Очень медленно. Контрольный пункт Чаплинка. И тут быстрее пропускают. Вообще тяжело. Днем жарко. Ночью неудобно спать. Ночью российские пограничники разблокировали самый восточный КПП Чангар. Через него после жесткого досмотра можно было и в Крым попасть, и обратно въехать. Но к утру движение опять перекрыли. И с 3 часов дня снова стали пропускать, но только на полуостров. За минулую добу админ-межу в одном и в іншом направлении в сумме перетнуло десь близько 9000 осіб і 4000 транспортних засобів. Ми рекомендуємо людям без нагальної потреби не їхати до окупованого півострова.
Спрогнозировать, будут ли открыты КПП через час, два, ночью или завтра, невозможно. Студия. Кирилл, спасибо вам большое. Это Кирилл Ющишин, наш корреспондент, который находится на границе, на административной границе с Крымским полуостровом, которую трое суток назад внезапно перекрыли. Попытка растопить лед. Сегодня в российском Петербурге проходят переговоры Эрдогана и Путина. Они встретились впервые после истории со сбитым российским военным самолетом и длительного конфликта. О чем говорили, расскажет Данил Русаков. Переговоры Путина и Эрдогана проходят в Санкт-Петербурге. Они начались сегодня во второй половине дня в Константиновском дворце. На брифинге традиционные рукопожатия и заявления двух лидеров. Ваш сегодняшний визит, несмотря на очень сложную внутриполитическую ситуацию в Турции, говорит о том, что мы все хотим возобновления нашего диалога. Турецко-российские отношения вошли в позитивное русло. Наш процесс по определению таких огромных целей вам и мне известен. Комментируя цели визита Эрдогана, Путин заявил, обсуждать будут возобновление экономических связей, сферу борьбы с терроризмом. А политологи и журналисты еще до начала встречи пытались более конкретно определить тему диалога. Говорили о двух основных – возобновлении потока российских туристов и скидках на газ. Сирийский вопрос, как считают эксперты по линии отношений Анкара-Москва, до сих пор вызывает разногласия. И вряд ли сегодня стороны смогут его решить. Впрочем, известно, что после неудавшейся попытки сместить Эрдогана его отношения с Западом несколько охладили. Одним из первых, кто позвонил турецкому лидеру и выразил поддержку, был Путин. Об этом на пресс-конференции заявил российский президент сегодня. В преддверии встречи западные политологи и СМИ высказывали разные предположения, зачем Анкаре Москва. Единого мнения на сей счет выработать не удалось. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал «Интер». В Европе нашествие террористов-одиночек, трагедия в Ницце, убийство священника на севере Франции и вот Шарль Руа. Исполнители, в основном насмотревшиеся проповеди в интернете, личности с психическими расстройствами. Что делать с такими людьми, большинство из которых иностранцы? Бельгийский городок Вервье, центр, вечер. Подросток в восточных одеждах напевает странные мантры. Мусульманский интернет-ресурс, опубликовавший видео, любезно предоставил английские титры. Министр внутренних дел Бельгии отчитался, личность поэта песенника установлена, его ищут. Мы знаем, кто этот человек. Это сын радикального имама, и сейчас его ищут. Но даже если найдут, что будут делать с нарушителем, пока не ясно. За его отцом, имамом соседнего городка, шлейф одиозных призывов к священной войне в Европе. Шейха Алями уже больше года пытаются выдворить из страны. Тщетно. Я тебе сказал, я не отвечаю на вопросы. Промедление в таких случаях, если не смерти подобно, то точно может обернуться для кого-то увечьями, как случилось в это воскресенье в городке Шарль-Руа, когда 30-летний алжирец, которому было предписано покинуть страну, с мачете в руках напал на женщину-полицейского. Она в состоянии искусственной комы, и ей предстоит долгая реабилитация. Была сделана очень деликатная и сложная операция на лице. Впереди минимум 6 месяцев восстановления. Бельгия пытается разобраться с процедурой экстрадиции. Нынешний министр иностранных дел и так бьет все рекорды по отправлению иностранных преступников в освояси. Но оказалось, к чему бы ты ни призывал и как бы себя ни вел, если есть деньги на адвокатов, как, например, у шейха Алями, процесс экстрадиции может тянуться годами. София Гордиенко, подробности, Брюссель, телеканал «Интер». Вы смотрите «Подробности» и далее в выпуске. Смертельное ДТП в Винницкой области. Мажор сбил насмерть 4-летнего ребенка. Мусорный апокалипсис. Львову угрожает новая катастрофа на Грибовицком полигоне. Итак, жуткая история в Винницкой области. 4-летняя девочка погибла здесь под колесами внедорожника, за рулем которого находился сын местного чиновника. Виновник аварии с места происшествия пытался скрыться. Все подробности знают наши корреспонденты. Небольшое село Павловка, дом семьи Коваль недалеко от дороги. Таня вместе со старшей сестрой шли в магазин. Девочка неожиданно вырвалась и побежала. В этот момент по дороге на большой скорости мчался внедорожник, говорят свидетели. От удара ребенок отлетел на несколько метров. Но водитель даже не остановился. Первой со двора выскочила бабушка. Хата затрусилась, он с такой силой ударил,
Что я думала, что это две грузовых машины постукалось. Девочка погибла сразу. У нее были многочисленные травмы. Александр видел, как все произошло. Говорит, вместе с товарищем бросился вслед за джипом. Метров через 500 машина все же затормозила. Мы ее догнали тогда, он около церкви аж встал. Мы до него канты сбили, НКР не сбивал. Он пролез на передняя фара в Митсубиси, Санька была побита. Водителем оказался местный мажор, 20-летний Олег Броницкий. В селе его хорошо знают. Сын начальника госинспекции сельского хозяйства Винницкой области. По словам местных жителей, он и отец были в гостях, где отмечали день рождения. Возвращались домой. Мать подозреваемого что-либо говорить отказалась. Мы никаких не будем давать интервью. Вибачайте, але не будем давать. Не будем. Нехай меньше... Не оказалось на рабочем месте и его отца. По словам секретаря, со вчерашнего дня он в отпуске. Не отвечает и на телефонные звонки. С какой скоростью ехал Олег Броницкий, в полиции пока не установили. Но утверждают, он был трезвым и вину свою признал. Побачив зліва, як миттєво перебігала дитина. Був удар, після цього він не зупиняючись поїхав. Нам було зафіксовано, де він зупинився. Позвонив своєму батькові, який під'їхав і сказав, вертаємося на місце події. Таню похоронили на местном кладбище. Родители Олега Броницкого приходили, извинялись и предлагали деньги. Но единственное, чего хотят родители, чтобы виновный был наказан. Анастасия Старовойт, подробности, телеканал Интер, Винницкая область. В Ривне ДТП с участием бывшего главы облсовета. Его иномарка влетела в придорожный столб с рекламным щитом. Об этом патрульным сообщили работники заправки, которая находится рядом. По словам свидетелей, полицейские долго усмиряли водителя, которым оказался Александр Данильчук, экс-глава облсовета. В городе он считается одним из самых влиятельных депутатов. Ну, а 2 года назад, после революции достоинства, он попал под народную люстрацию. Активисты бросили его в мусорный бак, хотя и не объяснили. За что? После ДТП Данильчук отказался пройти алкотест и заявил, что за рулем был его товарищ. Полицейские все же составили протокол за вождение в нетрезвом виде. По телефону нашему корреспонденту Данильчук сообщил, это все провокация с целью его скомпрометировать. Я не керував машиной. А ты сам себе придумал и рассказывал. Да, да? Особа, которая приехала, она точно не керувала. Хорошо. Машина сама собі. Сама їхала. Да, сама собі їхала. Не буває, машина да, сама не буває. Сама собі їхала. Ти 8 класів закінчив? Чи а сім? Потім будемо втілювати вас просто після цього. Не треба, будь ласка, в нього прожати. Ти 8 класів закінчив? Чи себе гідно. Патрульні на місці події біля машини виявили 60-річного громадянина з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Виражений запах, спорожнений рота, почервоніння очей, нечітка мова та хода. Від надання пояснень, проходження огляду на стан сп'яніння на місці та у медичному закладі громадянин відмовився. Судья против полицейских. В Кропивницком служитель Фемиды пытается добиться увольнения экипажа патрульных за то, что остановили его авто и уличили в вождении пьяным. Подробнее Елена Брынза. Лейтенант полиции Богдан рассказывает, 2 недели назад ночью он с напарником остановил автомобиль. На машине не были видны номера, не работала подсветка. Общаясь с водителем, поняли, он пьян. После просьбы пройти алкотест пытался бежать. Его задержали и в наручниках отвезли в наркодиспансер. Характерный запах алкоголя, спорожнений рота, нестійка хода та порушення мови. Водія ніхто ніяким чином не бив, так було застосовано фізичний примус, спеціальні прийоми рукопашного бою, залом руки за спину. Экспертиза показала, уровень алкоголя в крови в 7 раз превышал норму. Патрульные составили 3 протокола, в том числе и за неповиновение. Водителем оказался судья Кировского райсуда Алексей Галаган. И уже на следующее утро, выйдя на работу, обратился в прокуратуру. Мол, патрульные его избили, а сам он был абсолютно трезв. Я лежав на землі в кайданках, і в мене були ногами. Тест вже не відповідав дійсності, оскільки не відразу був показаний на камеру. Це зговор якийсь? Я вважаю, що так. Все точки над «и» в этой истории могло бы расставить видео с нагрудных камер патрульных. Но записи в рамках уголовного производства против полицейских изъяла прокуратура. Копией похвастался судья. Демонстрирует фрагменты общения с патрульными. Шановні, ви точно сьогодні будете тест на дрова? Ну, так, згодні. Згодні, так? Згодні. Ведеться відеоспостереження, щоб ви потім не казали, що не згодні. Я згодні. Что именно судья расценил на видео как применение физической силы, не объясняет. Но прокуратура инкриминирует полицейским превышение служебных полномочий. Им как минимум грозит увольнение. Общественники встали на сторону патрульных. Пришли к зданию суда, где работает Галаган, с подарками.
Ми хотіли б передати вам цю розв'язку, коли ви знаходитесь в стані підоковитою, щоб ви сіли собі вдома на ліжку і керували, і хочу мати гарантію, що я, вийшовши, не буду збитий очередним дядьком з якоюсь ксівою. Такі цинічні люди. Три админпротокола, составленные на судью полицейскими, сначала были переданы на рассмотрение в Кировский райсуд, где и работает Галаган. Но когда об этом стало известно общественности, бумаги сразу же перенаправили в другой. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кропивницкий. Львовской области снова угрожает мусорный апокалипсис. В местной экоинспекции не исключают нового обвала на печально известной Грибовицкой свалке. О ситуации на полигоне расскажет наша корреспондент Галина Якушко. Она сейчас на связи. Галина, здравствуйте. И в чем опасность на этот раз? Алексей, вот эта гора мусора опять может обвалиться в любую минуту. В толще отходов новая огромная трещина. В длину 50 метров, в ширину 4. И с каждым днем она увеличивается. Как себя поведет сама лавина, мы не можем сказать. Тобто вона може зупинитись тут. Найгірше це може забруднити навколишнє середовище прилеглої території. Це скид самого інфільтрату на поля. Единственный выход, который видят коммунальщики, подпирать горы отходов блоками прессованного мусора. Но разговоры об этом идут уже целый месяц. Накладание такой підпірної стінки з пресованого сміття, яке буде в кубах, такий 1 м 10 на 1 м 10, і викладається ця стінка така підпірна, яка мала би стабілізувати з будівництвом відповідних дамб, яка би мала стабілізувати це тіло сміттєзвалища. У львовських чиновників запоздала реакція, вважають в екоінспекції. Діяти потрібно було ще вчора. Мало того, що гори мусора можуть знову рухнути і унести життя, так ще й токсичні стоки загрізняють почву і ґрунтові води. Із-за цього госінспектори вже виписали штраф – 250 мільйонів гривень. Не исключено, що власті Львова чекає ще один штраф від польських екологів. Вони не раз предупреждали – опасні інфільтрати попадають в реку Полтву, а далі в польську Іслу. Алексей? Галина, большое вам спасибо. Это Галина Якушко. Она находится на Грибовицкой свалке, где экологи снова ожидают возможного обвала. Ну а тем временем тонны отходов из Львова уже начали развозить по всей Украине. Первые партии мусора на днях получили Черновцы. О реакции жителей Ольга Паламарюк. Мусорный полигон на окраине Черновцов. Отходы со всего города сюда свозят с начала 90-х. Пенсионерка Любовь Шарик живет всего в километре от свалки. Показывает воду в колодце, которую отравляет мусор. Вот такую мы воду берем с нашего колодца, видите? Такая вода у нас. Воду никто не завозит. Нам никто сюда не завозит. А тут свалка, как атомная бомба. По документам полигон должны были закрыть несколько лет назад, а людей переселить. Но альтернативы свалки до сих пор не нашли. Более того, с прошлой недели сюда начали свозить еще и мусор из Львова. Мэр Черновцов сообщил, подписали договор. До конца года примут 830 тонн отходов. У нас нет такой беды, как у Львова. Скажем так, объем этого сміття абсолютно приятный, он не влияет на экологическую ситуацию. В районе сміттєзвалища суттєво, да, чи не суттєво. Мера дружно поддержали коммунальщики. Мол, львовский мусор погоды черновцам не сделает. Более того, на этих отходах еще и подзаработать можно. За один куб мы получаем 21 гривню. Так что пока не вирішиться ситуация у Львові, ну, там певний час можно завозить. А вот местные жители возмущены. У них ближчі сусіди є, у них Коломия, Івано-Франківськ. А й ти не гнали? Звідти ніхто, що у нас такі дуже добрі. Люди в нас так не лишать. Вони казали, що вплоть до того, що дійсно візьмуть вила, сокиру у руки і підуть. Бо це вже ну, це нереально. У нас теж діти маленькі є. Против і екологи, розказує. Городу і без того грозить екологічна катастрофа. Це може бути той краплиною, яка може переповнити чашу. Скоріше всього, і не буде самозаймання, але вже є активный вплив сміттєзвалища на подземные водоносные горизонты. Пока местные жители думают, как бороться с чужим мусором, а коммунальщики, как подзаработать, эксперты заверяют, все проблемы решит строительство мусороперерабатывающего завода. И не только во Львове, но и в Черновцах. Ольга Паламарюк, Игорь Ирига, подробности, телеканал Интер, Черновцы.
Два человека погибли этой ночью в результате взрыва в Днепропетровской области в Каменском. Это бывший Днепродзержинск. Предположительно, сработала граната F1. Все подробности у Натальи Грищенко. Взрыв прогремел на этом месте в час ночи. Рядом много жилых домов. Расстояние до них не больше 10 метров. Люди рассказывают, сразу задрожали окна, сработали сигнализации машин и включилось уличное освещение. 0:49. Я только засек время, взрыв сильный и все. Звук был очень сильный. Возможно, даже если бы окна не были открыты, может быть, даже и по... Стекла разбились. Погибли двое. 29-летний мужчина и его 27-летняя жена. Шансов спастись не было. Воронка образовалась прямо у них под ногами. В полиции говорят, предположительно сработала граната F1. Версии рассматривают разные, но склоняются к одной. Це навмисне вбивство. Однак правоохоронці розглядають ще одну версію, як самогубство. У самоубийстві заговорили після того, як дали показання родственники пари. Мол, діло йшло к розводу, і мужчина це дуже тяжело переживав. Даже угрожав лишити жену житті. Накануні трагедії вони теж ссорились, говорять очевидці. Виясняли отношения, ну, то есть любовные отношения свои. Ну, и она просто начала плакать, просить, что не надо, пожалуйста, не надо. Ну, и все, и взрыв. Это дом, где жили погибшие. Соседи говорят, семья была благополучная. У пары двое маленьких детей. Деточки хорошие, она хорошая, все, все было хорошо. Откуда у мужчины могла взяться граната, здесь ни для кого не секрет. Хоть сам он не воевал, в зону АТО ездил часто. Волонтер, у него грузовая машина, и он эти... Груз 200, он, говорят, возил. Возил. Тому, что на мирной территории все чаще взрываются боевые гранаты, правоохранители уже не удивляются. Из зоны АТО бойцы, а иногда и волонтеры, везут их, как объясняют, на память. Тайники с подобными сувенирами находят по нескольку раз в месяц. Как, например, этот с гранатометами и все теми же гранатами F1. Сотрудники СБУ обнаружили его в предместье Днепра. Наталья Грищенко, Евгений Кодинцов. Подробности телеканал Интер, Днепропетровская область. Обмен на мертвые души. Боевики так называемых ЛДНР требуют выдать им несуществующих заключенных и тех, кто не имеет никакого отношения к конфликту на востоке Украины. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил советник главы СБУ Юрий Тандит. По его словам, в прошлом году в обмен на украинских пленных боевики требовали передать более 1000 человек. В списке лица, которые никогда не были в зоне проведения АТО, осужденные за другие преступления и те, кто уже отсидел. Кроме того, около 300 человек украинским правоохранителям вообще не удалось идентифицировать. Тандит добавил, на сегодняшний день в плену боевиков остаются 107 украинских граждан. Более сотни снарядов и мин ударили по Широкину и окрестностям, накрыв украинские позиции. В Красногоровке боевики обстреляли из минометов городские улицы. Есть раненые. Ситуация на Мариупольском направлении остается самой напряженной в зоне АТО. Как держат оборону наши бойцы, смотрите в материале Руслана Смещука. Это боец, который попал под обстрел. И 300-й, как у нас говорится. Трошки посекло его. Ну, еще сейчас уже нормально. Вот это вещи его. Мина упала за метр от него в окопе. Это в рубашке родился. Этот пробитый в пятнах крови китель раненого морпеха станет экспонатом одного из школьных музеев АТО. Хотя после крайнего, как тут говорят, обстрела, потенциальных экспонатов много. Пробитая шрапнелью одежда, обувь, документы и даже полевая кухня. Здесь свой последний бой приняла гречка и картошка, шутят бойцы. Гасили по кухне. У нас здесь склад... продуктов был. Вот. Они птичкой засняли, думали, что у нас здесь техника, и начали стрелять. Это позиции в нескольких километрах от огненного Широкина. Последний артобстрел был особенно плотный. Не менее 116 мин и снарядов. Вот прилет, вот. Вот два штуки. Летают беспилотники, и беспилотник корректирует, тогда они уже начинают стрелять. Вот. Направление вот оттуда это идет. Со стороны Саханки. Все свежее. Да, убирать, потому что колеса порежутся. Боевики били по позициям, как и обычно, в момент отсутствия наблюдателей ОБСЕ на линии сопряжения. Обычно утром и ночью. Часов так с 10, с 11 начинают, и ночью в основном силы нечего. Днем поспокойнее, хотя периодически слышны короткие очереди. На это бойцы практически не обращают внимания. А что сейчас вот ночуем? Это пулемет работает, ПКМ.
Подобная ситуация и в других горячих точках Мариупольского направления. Красногоровка, Марьинка, линия разграничения по Кальмиусу и до самого Азова. Боевики вовсю используют запрещенные калибры. Обстановка продолжает оставаться напряженной. Руслан Смещук, Владимир Ревун и Виталий Лещук. Подробности, телеканал Интер. Громкое задержание в Израиле. Служба безопасности страны обвиняет сотрудника международной организации в снабжении деньгами террористов. Кем был взятый с поличным чиновник оборотень, никаким целям служили предназначавшиеся для благотворительности миллионы. В финансовых схемах разбирался наш израильский спецкор Сергей Ауслендер. Вахида Бурша, работника ООН, палестинца, израильские контрразведчики задержали в лагере беженцев Джебалия в секторе Газа. Его подозревают в сотрудничестве с Хамас. В агентстве по делам палестинских беженцев Бурш отвечал за восстановление сектора, который был сильно разрушен во время операции «Несокрушимая скала». Но, по данным израильских спецслужб, восстанавливал он вовсе не школы или жилые дома. Деньги, которые выделяла Организация Объединенных Наций, он направлял боевикам, которые тратили их на строительство тоннелей, строительство укреплений и закупку необходимого снаряжения. В Хамасе поспешили заявить, что все эти обвинения ложные и на самом деле деньги тратились по назначению. Все эти обвинения безосновательны. Это часть израильского плана по дестабилизации работы международных благотворительных организаций, чтобы усилить блокаду анклава. Мы в Хамас предостерегаем оккупантов от таких шагов и призываем международное сообщество оказать на них давление. Но международное сообщество, судя по всему, думает иначе. Буквально неделю назад в Израиле тоже прогремел скандал с Мухаммедом Халаби, тоже палестинцем, сотрудником крупного американского фонда World Vision. Он также передавал деньги спонсоров террористам из Хамас. Германия и Австралия сразу же после этого заявили о прекращении сотрудничества с этой организацией. World Vision утверждает, что обвинения безосновательны, а все траты тщательно проверялись. Почему эти люди отправляли год за годом большие деньги, большие суммы, речь идет о десятках миллионов долларов, в сектор Газы, понимая, что эти деньги идут вовсе не на благотворительность, а на войну с Израилем? Как вы понимаете, скажем так, скажем осторожно, вполне возможно, что чиновники, которые посылали, европейские, западные чиновники, которые посылали деньги в сектор Газы, имели какие-то дивиденды с количества денег, которые они туда отсылали. Поэтому было абсолютно все равно, что будет дальше с этими деньгами, они имели свой процент. По данным израильских властей, таким вот образом Хамас получил около 40 миллионов долларов. Это примерно 80% годовых операционных расходов террористов. То есть, если бы не эта помощь, то Хамас вряд ли бы так быстро восстановил свою боевую мощь. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Трамп опасен для США. Это цитата из открытого письма влиятельных республиканцев под документом подписи 50 человек. Все они занимают ответственные посты, и, по их мнению, миллиардеру не хватает опыта, силы духа и моральных ценностей, чтобы руководить страной. Авторитетные однопартийцы отказались голосовать за него. Они опасаются, что Трамп может стать самым безрассудным президентом в истории США и поставит под угрозу безопасность и благополучие страны. Трамп, в свою очередь, назвал подписавших письмо провалившейся вашингтонской элитой, которая пытается удержать власть. А вот кандидат от демократов Хиллари Клинтон, похоже, признает в Трампе соперника. Она уже заявила, готова принять участие во всех дебатах. Направлялся в Италию, а попал в лагерь для беженцев. Как в Германии турист из Китая стал жертвой незнания иностранных языков. Об этом вы узнаете из нашего обзора. Обама сыграл в гольф со звездой НБА. Президент США вышел на поле в Массачусетсе вместе с баскетболистом Golden State Стефом Карри. Компанию обоим составил отец спортсмена Дел. Играть в гольф со звездами спорта во время отпуска стало традицией для Барака Обамы. Это последняя каникула для него в качестве президента. В Германии туристы из Китая принялись за нелегального мигранта. Пришел в полицию Штутгарта заявить о краже кошелька, а вместо этого у него отобрали паспорт, вручили бланк на предоставление убежища и отправили в приют для беженцев, где он прожил почти две недели. Объяснить ситуацию мужчина не смог из-за незнания языков. Выручили туриста сотрудники Красного Креста, позвав переводчика из китайского ресторана.
Финская таможня проводит второй аукцион по продаже брошенных мигрантами авто. «Волги», «Жигули», «Москвичи» и другие раритеты советского автопрома пустят с молотка в начале сентября. На этих машинах беженцы приезжали в Финляндию из России. Государство их потом конфисковало. На первом аукционе в июле самый дешевый автомобиль ушел за 1 евро. Самый дорогой – за 1200. Разобрали все. Любящее сердце всегда рядом. В США невестку к алтарю отвел мужчина, которому пересадили сердце ее покойного отца. Майкла Степиэйна убили 10 лет назад. Тогда же его орган трансплантировали нуждающемуся в операции Артуру Томасу. До дня свадьбы Дженни и Артур не виделись ни разу, но он не отказал девушке в просьбе исполнить роль отца в торжественный день. Редкая находка в американском Айдахо. Мужчина выкопал бивень мамонта в гравийном каньоне рядом с собственной автомастерской. Сначала он принял объект за трубу или окаменевшее дерево. Оказалось, это метровый бивень мамонта Колумба, который обитал в Северной Америке около 15 тысяч лет назад. А в Сербии археологи пытаются прочесть надписи на религиозных амулетах, найденных в могиле, которой более 1500 лет. Олимпийский дух сильнее государственной вражды. На играх в Рио спортсменки из Южной и Северной Кореи сделали совместное селфи. Олимпиада еще не закончилась, а это фото уже называют самым знаковым на соревнованиях. Правда, еще неизвестно, как этот поступок обернется для представительницы КНДР. И на этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите с помощью нашего сайта подробности.ua. Ну а в прямом эфире мы увидимся завтра в 20:00 на телеканале Интер. Всего доброго.